Ровесник независимости. Областной центр творчества детей и юношества отметил свой 25-летний юбилей. На праздничном концерте свое мастерство показали танцевальные и вокальные коллективы Петропавловска. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты акиму области. Ольга Файзулина расскажет подробнее. В конце ноября 1991 года в Петропавловске открылся культурный центр народного образования. Он объединил несколько учреждений, в том числе два дома пионеров. В субботу здесь отметили свое 25-летие. Центр – ровесник независимости страны. Праздничный концерт открывает ансамбль танца «Дружные ребята». Ему больше полувека. Раскрыть талант в каждом ребенке, научить трудиться. К этому стремятся педагоги центра. За время его существования более 20 тысяч юных североказахстанцев научились писать статьи, шить, рисовать, танцевать и петь. А для кого-то занятия здесь определили дело всей жизни. Учатся очень многие на дизайнера, художественную школу заканчивают. Даже среди нашего коллектива уже есть педагоги, которые когда-то ходили к нам в наш центр, а сегодня они работают вместе с нами. Из 50 творческих объединений 44 работают на бюджетной основе. Общий охват воспитанников превышает 1000 человек. Дамир Кубитаев занимается в кружке робототехники. В будущем мечтает стать инженером. Мы здесь занимаемся тем, что конструируем роботов. Это один из них, называется распределитель цветов. Он работает по принципу сканирования. Здесь интересно. В Центре творчества детей и юношества работают 24 педагога. Лучшие из них в честь юбилея получили почетные грамоты акима области и благодарности Управления образования. Ольга Файзулина, Казбек Рыкбаев, Новости МТРК.